19-16. Где сгоревшая? А, вот, да. В поезде что-то загорелось. И люди не могут выйти из вагона. Пригородная электричка. И сейчас уже расписание сбилось. Уже электричка на 19-14 не пошла. Всех эвакуируют через первый вагон. Вот они уже полчаса эвакуируются. О, Господи. Это Рекс, да? Рекс. Вон написано Рекс. Был очень сильный пожар, все горело. Ну, на, да, высоковольтная какая-то там станция загорелась. Теперь, значит, все быстренько потушили в течение там 15 минут, 10. И вот так вот эвакуация происходит людей. Вот чуть-чуть не доехал. Вот станция. Чуток не доехали. Из-за этого мы теперь стоим и неизвестно, когда поедем на Москву. Пока этот поезд сейчас вот всех эвакуирует. Потом они оттащат его, этот поезд, освободят пути. Ну, вообще. Люди не думали, не гадали.